Алена Базовая – самая юная участница команды 7-й школы зимнего фестиваля ГТО. Ученица 3-го класса сдавала нормативы первый раз и немного волновалась. Но даже несмотря на это, показала достойный результат. По отжиманиям я сделала 16 раз. По прессу – 51. По прыжкам в длину я сделала 1,61 м. И мне было очень интересно. Я боялась, что я не смогу, но все получилось. Быстрее, выше, сильнее. Воспитанники 7 школ Сарова соревновались в манеже спортивной школы «Юниор». Зимний фестиваль ГТО среди учащихся хоть и является ежегодным мероприятием, но проходил немного необычно. Из-за коронавирусных ограничений собрать всех участников вместе было невозможно, а потому для школ составили график сдачи нормативов. А сам этап длился с 11 до 16 часов. Соревнования среди всех школ заявленных, которые школы заявили, то есть мы проводим этот фестиваль. Он ежегодный, то есть вот в том году не было из-за пандемии, то есть, а так ежегодный фестиваль, он зимний. Является. В два этапа проходит. То есть первый этап у нас здесь в манеже в зале сдают, то есть зальные виды испытаний. То есть это подтягивание мальчики, девочки, отжимания, прыжки в длину у всех вместе, наклон на гибкость. То есть это первый этап. И следующий этап будет на лыжной базе лыжи проходить. То есть будут лыжные гонки, среди них же этих же команд будут проходить на лыжи. От каждой школы в фестивале могло участвовать не больше 8 воспитанников. Нора Гоголева сдает нормативы ГТО не впервые. Осенью она получила золотой значок. В этот раз мы сдаем гораздо меньше дисциплин, признается девушка. Отжимания я сдала довольно хорошо, 25 раз. Мне сказали, что пока что это лучший результат. Я готовлюсь на уроках физкультуры и также занимаюсь дополнительно в военно-патриотическом объединении «Барс». Из-за аномально холодной погоды второй этап фестиваля перенесли. Точная дата проведения пока неизвестна. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».